7:30 утра, суббота. С ребятами совсем скоро должны были ехать на дачу репетировать. Ну, видно, совсем что-то пошло не так. Вперед. Я успокоился. Сейчас я вызываю аккордеона. И через часов 8 мы все собираемся и едем репетировать. Меньше, чем за 30 минут. Красота! Нормально. Речок, чтобы ты заплакала. Как там дальше поедет? Все, начали. Ну серьезно, давайте все. Да, все. Серьезно? Басуху сделал потише? Нет. Значит, тем бы... Сделай потише басуху. Ой, я знаю, что ты... Нет, это... Это... В перерывах между репетициями мы готовы. Это как в этом? Break time. Break. Нет, это... Сейчас скажу группу даже. Подожди, не говори ничего. Что натворил, брат? Блин, все озеро перекинуло. Вы что творите? Вы что творите? Че самых? Больше его никто не видел. Не, реально прикольно звучит, отвечают просто. Вот и капают, а мне денежки капают. Это задолбал. Чтобы доказать. Ну как? Ну типа достойно, почти. Хорошо. Все, да. Давай попробуем. Хорошо, типа. Давай попробуем, знаешь, то, что ты вы написали. Сейчас нахожусь в лицее первом, и мы здесь снимаем свое кино про Маслова. Маслов. Проблема с падеж. Что? У тебя проблема с падеж. С чем? С падеж. Что такое? Ребята, что мы вчера сделали? Новый кавер сделали. Вот. И написали свою песню. Мне надо тональник покупать, а то у меня ключей много появилось что-то. А там будет обрезка, наверное. Было бы прикольно, достаточно типа, оставить просто для наших голосов. Сейчас типа титры идут, и это наши голоса. А, ты сейчас уже? Типа вот это? Ну, типа... Вот прям вот это, потому что говорим? Какие голоса? Вот прям сейчас титры ставят. То есть уже, ну, с 0,8. Всем спасибо, наверное. Да, пиздец. А, окей. Пока.